Друзья, у нас утро, ну, уже 7:11, но мы уже тут многое собрали. В общем, сейчас будем сносить вещи. Давайте уже в темпе, что-то уже остается 45 минут, пока там машину сделать. Все, в общем, кофе пьем. Помылись уже, все. Осталось только нам что снести? Вещи и, в принципе, все. Так, Сережа, здание идут. Сразу захватили часть вещей. Машина. Мусор не будете, да? Мусор потом. Угу. Так, и потом, значит, сейчас машину подгонят поближе. Вернутся, потом еще спустят вещи. Так, закройте меня, да? Прекрасно просто. Возможно, не поднимемся. Там что-то грязноватое, да? А? Грязноватый там. Вот с той стороны, вот где ложится. Возьми этот. Посмотрим давай. Что взять-то? Губку что? На. Что, она сухая? Зря у нас. Что, машину нормально открыли вам? Сразу? Да. Или опять? Какой если этаж, хорошо. Какой этаж? Даже звонили. А вы сразу открыл, да? Ждали, на барах все было. Это вы? Да, это мы. Подавайте, давайте, ребят, пишите, давайте, уже пора. Да что, да что ты несешь, бред? Да надоели вы нам здесь. Что вы тут приехали и никак не уезжаете? Потом отправишь мне везде. Где поставили машину? Вот тут рядом с нами, прям. Уходишь сразу машина. Так, да. Ну-ка, давай, я уберу два чемодана туда. Ты взял этот один удлинитель? Взял. Который новый, да? Да. В общем, папа вчера попросил, вот нам два же удлинителя дали, один из них был новый. Он попросил купить его, ну, потому что там цена была написана, ну, неважно, даже не была бы написана. Ну, вот, и, в общем, потому что нам вот в этом смотри. Гостинице тоже не хватает удлинителя. А что ее брать? И чемодан, еще что-нибудь. Мусор в последний момент или что? Мусор можно сразу выкинуть. Вот можешь мусор взять и свой чемодан, и мусор сразу выкинешь. Вот мусор, Данюш. Потому что мусор уже все, мы все выкинули. У нас мусора больше не будет. Никуда не уходи. Угу, убегу. Друзья, напоследок могу показать вам опять еще раз квартиру. Уже почти все вынесли, ребята. Так что осталось только два рюкзачка, обувка. Это наши кепочки и пластиковые бутылки, которые мы сортируем. Мы их заберем и выкинем где надо. В общем, вот так вот от входа вешалка, зеркало. Гардеробная, как я и говорила, шкаф. Так, можно закрыть. Все. Туалет. Душевая. Ну, я ее показывала. Я все показывала. Ну так просто пробегусь, пока у нас заодно, чтобы посмотреть, ничего ли я не забыла. Когда на камеру снимаешь, все видишь. Но это мы ничего не заправляем. Сейчас придет. Значит, девушка, которая будет убираться. Вот поэтому смысла никакого нет. Она все равно будет все снимать постельное. И поэтому заправлять кровать нету смысла. Будет стирать, в общем, ну, готовить апартаменты к следующим жильцам. Ну, по-моему, сюда хозяйка потом заедет.
после того, как квартира приберется. Но я не уверена точно. Потому что когда мы подливали на 2 дня, то нам сказали, что вообще должен был кто-то заехать. Но кто-то сказал, что это как бы хозяйка вроде как должна. И поэтому она разрешила еще нам 2 дня побыть. Так, ну вот комнатка получается. Такие люстры здесь. Светильнички, кстати, такие же прям. Кровать 1,40 м, мне кажется, не 1,60 м. Видите, какое чудесное утро у нас. Вот взгляд на горы. Кухонька. Холодильник. Все достали. В морозилке лед наш остался. Может, кому-то пригодится, кстати. И пельмени. Ой, пельмени. Вареники. Вареники не доели. Так, вам посмотреть, что здесь. Мы ничего не оставили. Сережа туда складывал что-то. Нет, все забрали. Все забрали. Все. Все поставили. Все. Так, ну все, в общем, здесь получается. Ну, вы видели кухню. Так, ну и Данькина комната. Также ничего не застилаем. Тут тоже все нормально. Тут, видите, гладилка. А сегодня у нас грохнулась ночью. Так. Вроде как все. Вроде как все. Жду. Сережу с Даней. И будем уже отчаливать. Видите, 57 минут. Сейчас должна прийти девушка. Принять у нас квартиру. Забрать ключи и поедем. Так, ну все, в общем, мы сдали квартиру, отдали ключи, ждем лифт. Этот, кстати, так и не работает, да? Ты ж сдали ключи, успели сдать копию, поэтому мы скоро приедем сюда. А копии? Я сама мало ключика. Кругленького. Без кругленького ключика. Все продумано. Все продумано. Там было 3 эти штучки. На 2 ключах. С одной снять и все. Никто даже не заметит. Главное снять ту, которая работает. Все. Очки мы где, а? Ну, в этом, в рюкзаке белом. Так, сейчас вам последний раз покажу. Внизу я так зайца, кстати, и не сфоткалась. Как не сфоткалась?
Я зайца фоткала, а с ним не фоткалась. Нифига себе, с ним фоткаться. Я не буду с ним фоткаться, ладно. А что с ним фоткаться? Я тоже с ним не фоткался. Я тоже. Убегал сдался. Да. Так, фоткала его и видео снимала. Так, какой сюда ближе? В другую сторону. Давай, давай сюда. Открывай дверь, потому что у меня все занято. Все занято, ты снимаешь. Угу. Вот тут пол мой. Зайчик. Прибираются. Ой, жарко, да, на улице уже? Уже жарко. Так, где у нас? Направо. Машина. Тоже московские номера. Ну что? Что там папа? Протирает? Садится нам, нет? Закрывать это нет? Нет. Там что-то мухи просто летают. Сейчас залетят туда. Муха летает. Ой, надо уйти нафиг. Опять что-то будет. Опять папа.